Всем привет, друзья, с вами я был Миронов, и у меня сообщение. И со мной сегодня Никит. Это голограмма. Продрама. И мы продолжаем играть в Mortal Kombat. Мне кажется, это, к сожалению, будет последняя часть про эту игру, потому что я однажды один снимал, и мне пришлось сразу три персонажа пройти, потому что я зарабатывал монетки опять. Золотые мне пришлось. Эти, кстати, не дворил, тогда я играл один, я потратил персонажа Джонни Кейджа, Тун Лао. Если потратил? Прошел, можно сказать. А, я там продал. Продать здесь ничего невозможно. И... У меня осталось только два персонажа пройти. Вообще-то еще несколько осталось. Потому что нужно открыть. А, это понятно, только это тебе тут открою. В Ютубе загугли. Их можно трать в трипте, а тут тебе монет заработают. Тут два персонажа осталось. Не, можно, конечно, артат проходить, но там, я не знаю, там поменять режим. Ну, короче, да, кстати, я еще тебе забыл сказать, у меня тогда отрыл, натопил 1300 золотых. Мне выпал скин, опять же, на затрытого персонажа. Так взломай просто Mortal Kombat. Не могу. Можешь. Взломаю, то я... На монеты. Не хочу. Кстати, если ты заметила, я сразу Заб-Зиро, наконец-то. Заб-Зиро. 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 Холодный такой. Он, конечно же, делает лед. Правда, тут есть такая фишка. Если я попадаю в... Если я делаю лед, можно сказать, не фаербол, а сноубол, типа снег. Сноубол. Тогда я попадаю снегом, который он уже заморозился. За место него замораживаю я. И это не в одном Mortal Kombat. Это еще в первом происходит. Там последний. Я, возможно, ребята, установлю эмулятор, где я буду играть сам последний Mortal Kombat. Я однажды его установил, и у меня он не потянул. У меня от этого даже компьютер выключился. И мне пришлось эту игру удалить. И даже эмулятор. Ну, а здесь вроде подожди нормально все. Против того я играю, кстати. Не знаешь? Ящерица какая-то. А та именно ящерица. Кто против меня? А, типа надо сначала заморозить, а потом... Ребята, ставьте лайк, если вы ждете GTA 6 или PlayStation 6. PlayStation 6, ага. Даже лучше они. Да, конечно. GTA 5... Тьфу, GTA 5 уже вышло. Тогда GTA 6 выйдет, у меня где-то будет 14 или 15 лет. А Никите уже где-то 16. А ты правильно посчитал? Мне уже 15 вообще-то. Тебе 15, да. А я 16 или сказал? Да, ты 16. Ну, а тебе 15 сейчас. А ты решил через год меня в старшики отправить. У меня просто... Чё за взиру происходит? Ты посмотри, 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 посмотри. Сейчас, посмотри. Чё он делает? Так, вот у меня как раз... Ой, я же в трипту не посмотрел, мне что там надо. Ладно, сейчас посмотрим. Ну что он прыгает? Ты же любишь паркур. Ну я опять себя заморозил. А если ты сам себя заморозишь, то у тебя все? Ну нет, а что? It's trended, я Заб-Зиро, я танцую. Заб-Зиро. Опа, дам настать. 175 синий, тьфу, разных. Ну что я буду цвета? Красный, синий, белый, черный. Синий трактор.
Кстати, если вы не знали, ребята, если вы не знали. Да, не знаю. С 14 лет можно. Можно. Что можно? О, легендарная битва логично Замзир против Старпиона. Но, короче, что я хотел сказать. С 14 лет можно уже топтаться на велосипеде по дороге, если кто знал. Прям по дороге? Да, по дороге. С 14 лет. Тебе можно, а мне пока нет. А с 15 лет я узнал то, что в детстве в больницу можно уже ходить одному. Я уже с 14 хожу. Не, даже с 13. Чё? Ну, а я всё ещё с родителями. Поэтому я не буду нарушать правила, ты чё-то нарушай. 16 лет, тебе ещё не наступил, ты не 16, но там можно уже было смотреть. А страшные фильмы, можно так сказать, типа насилие, дрофи, бум-бум. Вообще, да, я с 10 лет смотрю. Ну, я имею в виду, типа, знаешь... Ограничение детское. Да, да. Меня это ни разу не напугало. Ну, ладно. О, Никита, да. Правда, вот 17 или Питер Гриффин. Чё? Это Варми Питер Гриффин. Окей. Легендарный. Легендарный. Это Питер Гриффин. Да ты что? Тат, с Питера насмотрелся. Ой, миссия разошлась. Уилл Дон Замзира победил Старпиона. Все, ребята, мы узнали, кто победил, а кто проиграл. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Не истинная концовка. Логично, Замзиру должны давать синих монет, потому что он синий. Понял? Ты не понял? Ах ты ж. На. Это люди обязали, на. Ты ж, ах ты. У меня захотело. Моя голова. Ой. Не голова, да. Так, мне нужно выйти. Минуту. Ай. Что можно сделать с 17 лет? 17. Не я. Ну понятно, ты не знаешь. Ничего. Без мата. Ну а вот с 18 вы уже знаете что. Ты о чем подумал? Я подумал, что можно уже, можно сказать... Переезжать домой. Покупки делать. Покупки делать вообще-то можно... Знаешь, со скольки можно делать покупки? Я пошутил. Я имею в виду, знаешь ли, машине кататься. 16 издают права. А, 16, я думаю. И в 16 можно уже кататься. Правда, интересно, столько уродов будет на машине. Может, год, два учиться будет. Так, я еще с много монет. С какими туалеты? 3003 белых. Угу. Сразу же задался вопрос, откуда я возьму белые монеты, если мне никогда не выпадают, поэтому я пропущу это, пожалуй. А, и все? Ну ладно, тогда я не буду пота топить, а буду только на синем топить. И зато я отрою сейчас за 272 золотых. Готов? Тебе туалеты. Смотри. Вау. 272 золотых. Что же нам выпадает, Никит? Ты знаешь? Это что? Что это? Это видеоурок. Это не видео. А, это карта, значит. Как выглядит вообще все это. Ну окей, это тарт. Пакман. Что у тебя слишком много пасхал. Следующая игра будет связана с... Ух ты ж, вот это SCP. Это другой. Да, господи, что там много отсылок пасхал. Ну, что отсылки говорили? SCP-фонд. Тебе страшно? Не, мне не страшно, но мне страшно, потому что там много слишком отсылок, и я тут... Это все в рынке. В рынке? В рынке? В реальной жизни? В Майнкрафте. Да. Ну, хотя да, в реальной жизни Майна. Ну вот хотя я об этом и говорил. Вместо того, чтобы покупать, я куплю бикс.
А, окей. Тупее Кирту в реальной жизни из Майнкрафта. Ну или меньше, не знаю. Я видел, знаешь, я видел малыша, у которого была алмазная кирта в реальной жизни. Ой, да ладно. Это неправда. Правда? Чё? О, да, блин, тац. Просто слышу, что он любил Майнкрафт. Алмазная кирка настоящая. Ну да, а чё? А чё ты хотел? Ты знаешь, сколько один алмаз стоит? Ну? И сколько? Не знаю. Но. Много. Ты чё, не понял или что? Я имею в виду то, что кирта из алмазов в Майнкрафте, но кирта тат в Майнкрафте не из реальных алмазов. Ну вот, поставил приложение правильно. Не из реальных, просто кирта тат из Майнкрафта. Так, тогда какой выбрал SCP-фонд? Я просто... Бэтрум. А, ну окей. Можно даже чужого сыгранить. Чужой. Знаешь, страшный фильм «Чужой». Я знаю только персонажа «Чужой» из Mortal Kombat. А с фильм нет. Но что-то знакомое. Мне попадался такой фильм в Ютубе, тогда я пересматривал фильм «Призрак», мне попадался фильм «Напарник». Смотрел? О, нет, давай. Шрек! Да, хуйдите, вы надоели! Там... Тац, нет, рестарт. Шрек! А, ну спрашивайте, у тебя Шрек, я подумал, у меня, типа, знаешь, из Абзиру Шрек. И о чем похож тут? Я знаю то, что Mortal Kombat Deception за Абзиру был похож на Шредера из Черепашек Ниндзя. Понял прикол? Да. Смотри, если ты не понимаешь это задание, мы здесь должны получить 80 крови от противника. Я буду спамить просто этим ударом. Еще плюс к тому же за время надо это сделать, за одну минуту. Но я его успеваю. Прошу только 20 секунд, а уже осталось 20 крови. Четыре, два. Все, прошло. Теперь домой сражаться. Ты самый трудный. А давай Дурс. Дурс. Дурс в Майнкрафте? Дурс? Да. Дурс. Окей, Дурс. Первый Дурс. Будем в Дурс играть? Да, Дурс. Окей. Дурс. Дурс. Нет, то есть ты не шутишь, мы будем проходить Дурс следующий, да? Да, Дурс. У меня тут куча выборов, так что... Будем играть Дурс. А прям ты не шутишь, не прикалываешься, ничего такого. Нет. Значит, Дурс. Завтра. Да. Ожидайте Дурс. Я думаю, мы что-то другое, ладно, если что, у меня тут новый карт. Так что... Эти два орел. Дорс. Я проходил в роботе Дорс и Майнкрафт пройду. Ожидай сообщение. Да опять! Опять мне сообщение пришло. Тут есть еще Кунг-фу Панда, если так. Ну, это понятно. Кунг-фу Панда все смотрели. Если кто не смотрел, фит вам найдет Кунг-фу Панда. Да, блин. Тац. Well, давай сражаться, я забью, я крутой. Ну что ж. О нет, посмотри, такой здесь помбу. Томбо 6, это Томбо 6. У меня сейчас Томбо 6. Вот посмотри, ну ладно. Вижу, ладно. Это плохо. Блин. За что мне это наказание? За то, что ты не подписался на... Ну, я с первого раза это сделал, прикинь. Ха, офигеть. Готовься плакать. Так, а здесь на то же самое с этого? Не готовлюсь.
Видите, я с первого раза это сделал, прокинь. О нет, опять. Ах. Господи, у меня что с голосом даже что случилось? Да, блин, тац. Ура. А вот стенд. Так, это у нас опять комбо 6 было. Потому что 6 кнопок без остановки, значит комбо 6. 250 разных, и это же опять беда, беда. Это полная беда, это полная шиза. Это полная беда, это полная шиза. Это, я еще раз говорю, что это полная беда, это полная шиза. У меня по голове шиза. Fight. Смотри. Заб-Зиро. Заб-Зиро не обычный против Заб-Зиро, оригинальный. Против меня теперь сражается нормальный Заб-Зиро. А я, а за того, за которого я играю, кто это вообще? Это Заб-Зиро молодой. Заб-Зиро человек, а это Заб-Зиро ниндзя. Нет, это Заб-Зиро. Заб-Зиро мар... Заб-Зиро мармот против обычного Заб-Зиро или что? Как видел мармот, ты бы ржал. Может быть, я это узнаю в будущем. Нет, обновление, то, что вам повезло, что я сейчас подвину, я всегда уже в это разумеется не... Чё, опять обновление проблемы или чё? Нет. Да, блин, у меня опять он опять блоки стоит, я ненавижу, что он это делает. Ненавижу, отстань. А вот видишь, он опять блоки делает, я вот не делаю. Он опять пауэрап сделал даже. Хватит такое делать. На тебе отстань! На тебе прокатились бесплатно. Я не тотал-то, подожди. А можно special move, специальное движение? Вниз справа B, вниз лево, вниз Q, вниз. О, а это мне нужно. Это нужно. Это как? Ну, типа, знаешь, сноубол. Да подожди, вот так надо? Надо ли вот так вот? О, да, вот так вот. Правда, всё можно... Да... Не... Ну, да плевать всё, короче. Я буду... Да... Так, мышь-то. Ну, да ладно. О, ничего, что комбо 3 сделал. Нельзя у комбо 4. Комбо 4 можно. Но он опять пауэрап сделал. Так, рестарт. Я лучше рестарт, ну, пожалуй. Он меня побеждает, это не тесно. И вот ненавижу, тогда против меня Тун Лао играл, и тогда против меня Заб-Зиро играл. Они сильные все. Потому что ты их первыми качал. Я их последним качал. Тац. Вот что он блок сдавит, он ставит. Ну первый это конец. Ну да. Да блин. Да блин. Так, еще раз. Фриза. Вверх, вниз, лево, право, А, С. Вниз, право, Б. Бам. Даже этого не попадаю. Чё? Я ж попал. Я ж по нему попал. Ты видел? Я попал по нему. Да, ты попал, он такой чисто заблокировал твой удар. Я не могу рестартнуть. А то, что ты сейчас это... А, ну я, подожди, я сейчас в силе лёжа. Тац. Сейчас это пройдёт фигня. Сейчас, тогда битва начнётся. Всё. Вот она началась. И я выхожу. То есть рестарт. Я не выхожу. Буль. Это опять тот бой Рачо. Бойра что? Бойра чё? Давай. Блин, тут надо оружие быстро поменять и нападать. Ты меня разозлил. Нет, не ударяй меня. Я сказал, не ударяй. А ты ж хавно, на. Блин, ну ты видишь, что он делает? Дурс Хотел. Ты видишь, что он делает, Танц?
Он опять меня заморозил. Да ты. Он попал. Он опять на меня протащился. Я тебе не водяная, Дорта. Так ты и не вода. Зобзеру умеет летать, оттуда туда он стоял. Зобзеру, что ты мне об этом не расстался? Расскажи в фотосах, что ты делаешь, это мне может помочь. Если этот баг произошел бы всегда, я бы его выиграл, что просто. Правда, мне нельзя было прыгать, потому что от этого бата, если прыгнуть, я знаю, он приземлится. Он тогда будет летающим. Да. Летающий. Ну опять на меня. Тарелька. Что ты задолбал? Давай это тебя бабаха сделала. Летающий. Бабаха, дорогой телефон, чё ты на? Вот смотри. Ой, мое оружие взял. Отдай. Отдай мое оружие. Он свое и мое же, да блин. Отдай лут. Ай, куда пропал? Фокусник гребаный. Не матерись, пожалуйста. Так. Ну, вообще-то... А, ну ладно. Тут я тебе сказал, тут и ты. Ну ладно. Это твоя атака, мне его нужно победить, спамить. А такой его все время лётиком. Я не буду пытаться это, тут бессмысленно, он блок будет ставить. Тут может не мечом, рутами просто попытаться. Вообще да, лучше руками. На даме тоже. Вот, видишь, полегче стало. А, нет. Я пошутила от этого. Я тогда не отнимаю где-то половину жизни, он теперь начинает хардмоб включать свой, все. Повараб сделал. Ничего себе. Сделал себе повараб. Я от него хотел сбежать, но не получилось. Надо от него отойти, тогда он делает это. Он делает... Он дракон был. Чё его пнул, он подлетел. Да отойди. Ура! Я победил его первый раунд. Это Джорджо Джованна. Так, не надо, пожалуйста, говорить. Я сейчас буду чуть-чуть выигрывать, я думаю. Сейчас будет круто. Он нет, он меч взял. Это он меч взял, это плохо. Что делать? Он меня первый ударил, это плохо. Если он меня первый ударил, все, я проиграю, можно сказать. Потому что это плохой знак. Просто спам. Ладно, я пошутил, лучше не спамить-то. Хотя стоп. Где тот нужно было сделать? Так, срочно. Спец атак, я забыл. Так. Влево, вниз. Понял. Так. Да блин. Ну подожди. Кстати, если что, это необычный дух. Ну понятно. Он тот хитрый, он не подходит там, мне тогда это делаю. Он просто стоит. Это прям дух с вообще губой. Ну понятно. Похож на дух, но... Да... Вот он надоел, вот это... Ваш. Оп, он задело. Поменяй свой режим. Так. Да блин. Он меня первый ударил. Опять. Не могу что поменять это. Чё? Режим. Ну молодец. Я не могу поменять тоже здесь режим. Да блин. Но в принципе проходить весело. Проходить весело тебе, а мне нет. Фонарик, батареи. Ты что, опять дурс проходишь, реально? На Майнкрафте. Ну, я так и подумал. Ты проходишь его? Да. Ну, уже третий мир и нашел. Ну, понятно, меня уже атакует, я престар. У меня два фонарика, поздравляю. Ну, вот хорошо, у тебя два фонарика. А чё фонарики, они тут резкие предметы. Да вот там спички должны быть вообще-то заметить фонарики. Ладно. Фонарики в игре есть, но они попадаются чуть-чуть рехто, чем спички. Поэтому должны быть спички, а не фонарики. Нет. С фонариками это будет везение, поэтому так лучше, да. У меня батареек много.
А, ну ладно. Ну я говорю, это немного видоизменённый. Может, они знают, что что реактор, что нет. Раш? Это Раш? По звукам было похоже, но это смотри что. Это стилет. Стилет? Да, я же говорю, обновленная карта. Стилет был. Потом будет сит, где надо от него бежать. Вот, типа, знаешь... И он меня задолбал. Ну все, я теперь вот так вот буду спамить. Все, вот так вот, на. Понял? Он на такого не ожидал. Ах ты ж. На, все, на. Да, сейчас я буду тоже сходить. Давай, поди мне. Фонарик. На. Да блин, я не той кнопкой делаю. Да блин, да. Что я сделал? Помогите. Ну понятно, второй. Короче, фонарики здесь бесполезны. В смысле? А что там можно сметить? Светить. Нельзя включить. Можно. Любым способом. Чё? Не, возможно и можно, но... Не получается, в смысле? Тут был такой идиот, почему у меня не работает? О, наконец-то сработал. Ну, наконец-то... Все равно здесь не темно, так что можно проходить. Бог делает, он задолбал. Да, блин. Это обновленный груз, по сути. Обновление? Не совсем, просто... Понятно. Из рынка реально. Понятно. Да я ему сейчас что-то кидать. Почему я такого слабым уроном, а он так сильно? Да, короче, я выхожу под меню. Мне нужно сейчас точно настрой так врубить. И тогда все станет намного проще. Options. Оп. Что это было? Я не знаю. Паук, скорее всего. Тимати его звали. Настройки игры. Game options. Мини-гейм эври. Я испугался. А, вот режим соперника. Что значит новис? Новис. Не знаю. А переводчик нужен. Я хочу. Блин, тут все время был режим противника, серьезно. То есть тату будет легким. Офигеть, что я тогда не додался это сделать. Нафига мне тогда. Я тебе пью. Нет. Я толпаю. По жизни. Не. Новис, ну так не новис. Новис, хочу новис. Новис. А, новичок, типа. Новис это новичок. Я хочу быть новичком, может ли том, потому что здесь он банальный. Да. Хочу. Раундов, чтобы выдрать 2, ну, можно не обязательно 2. А время раунда 60. Ну ладно. Таж до мини-дра 5. Уровень турови максималка, ничего себе. Я поставил режим на нос, но правда это мне кажется фит, его знает. Это изменит только артадный режим, а вот версус не изменит. Ну тьфу, то есть артадный изменит, а вот танюс не изменит. Танюс это 100% не изменит. Мне кажется, скучный какой-то фильм. Ну а мне веселый тут по мне. Не, именно это. В Майнкрафте? Да. Он там тоже будет веселый. А уже для меня веселый, потому что если ты его проходишь, то значит для меня тоже буду проходить. Он будет для меня веселый, я буду крутой. Просто комнат нету, а просто тут именно коридоры. Ну понятно. Нету, то есть проход. Ну понятно. Тац. Глаза. Ну, понятно. Тебя ждет сид. А это только 12 уровень.
В обычном он там вроде бы, если не ошибаюсь, 35-й двери. Ну или чуть-чуть пораньше. Все, как бы не делали. Ничего не изменилось. Блин, это реально только вартанный режим действует. В Танюсе это нифига не работает. Да блин, Танюсе. В Танюсе это не работает. Это только в Вартаде или в Версусе. В Танюсе это не работает. Офигеть, то есть все. За взирок сейчас не пройду игру. Ничего себе, мне фидушки поставили. Да блин, да мне. Давай, я просто спидран. Это хоть что могу. Да блин. Да ну, да ну, да ну, да ну. Они не помню. Да ну, да ну. Вот что. О нет, я вообще шману выиграть. И всем удачи, ребята, и всем пока-пока. Ну, я что-то реально сейчас хотел сказать. То, что я, наверное, уже насладился этой игрой. Ребята, я, наверное, я не думал, что я смогу пройти последний раунд за Заб-Зиро, потому что... Почему противник Заб-Зиро такой сложный? На него режим противника на него не работает. Да вообще, он сохраняется? Типа нотис это тот режим новичок, по идее, с первой что я тот, что перевел. Да. Но это только в режиме артат работает. А в режим Танюс это, наверное, не работает. Звуки, контроллер, дисплей. Дисплей нет. Да, я не сохранил. А тот сохранять. Я тупой. Чё сейчас упал? Я все это время не сохранил это. Я уже 17-я дверь, и все еще нету этого. Ситом. Он с 13, уже 5 уровней. Сит, кстати, в переводе переводится так, знаешь, больной. Слово больной в двух случаях. Первый тогда он типа больной, типа вот так. А где я? Или психически, или физически, короче. Да. То, что он типа реально больной, типа болеет. А второй случай, если он бешеный, тогда его зовут, он больной. Я уже столько коридоров прошел вот так вот просто напрямик. Они пустые, они то есть без глаз. Но у меня новая тортинка появилась. Да, надеюсь, вот сейчас Заб-Зиро будет легким. Или он будет только вартатно изменится, или что, я не знаю. О нет, он опять блот ставит, Это опять глаза уже два. О, смотри, ничего себе, я начинаю побеждать. Он все-таки ставит блот, у меня не отходит. Да, игра все-таки улучшилась, это хорошо. Вот теперь я согласен проходить. Только мне что-то захотелось проходить только за Заб-Зиро, мне что-то не особо за Фрост хочется проходить. Меня тьма убила. Тьма? Тьма? Я знаю, что в этой игре есть персонаж тьма, но у меня, знаешь, что-то вопрос есть? Тьма — это сетредный персонаж в игре, чтобы ты понимал. Тьма — это сетредный персонаж в игре. Чё? Это шаршотки, да? Везунчики. В Дорсе есть несколько секретных персонажей. Также Длич. Там... да, Длич, он происходит тогда, например, ты играешь с друзьями. И уходишь далеко от них. У меня один раз... Наоборот, было. Друзья уходят далеко от них. Ну да, ну да. И это он тебя, короче, отнимает где-то 40 хп. Это у меня было, кстати. Это сделать легко, если они только будут это делать.
Они, блин, уходили слишком далеко, я такой уже начинаю телепортировать куда-то, туда, туда, туда. А знаешь, 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 у меня такой момент был? У меня был глич во время сита. И он тебя спас, да, вот тогда. Нет, я такой бежал, бежал, у меня такой глич. В смысле? Почему глич? Аж без друзей драю. Ну? Глич во время сита, я бежал, и меня еще глич телепортировал. Я такой, где я? А, понял. Он меня чуть-чуть телепортировал, ну ладно, это хорошо. Мне глич помог чуть-чуть от него избавиться. А у меня наоборот. Я просто вот чисто вот с друзьями выживал. Меня телепортировало в это время к Сику. Угу. Он меня телепортировал. Ну? Я уже начинаю бежать, а я на нем вообще не умею. Я прошел за всех официальных персонажей, у меня осталось только Фрост. А за всех остальных я, конечно, попробую как-нибудь. Давай за крипт зайдем. За крипт? А, кстати, я, по-моему, там натопил. Алло, сохранение я сохранил. Я вошел. А, я вышел. Я вышел или вышел. Вышел. Я вышел. Да. Так, у меня столько синих моментов, вот не моментов, а моментов. В жизни? Не хватает! Блин, опять! Не, я не собираюсь топить. Зато у меня 306. 1300 страстных есть. Представляешь? Ну что, ищем за многие трассные, я уже нашел, правда, мне не хватает. Блин. Всего лишь сто таких за трассных, да. 154, если не ошибаюсь, да. 154. О, а это что? Опять не хватает. Видимо, мне трассные придется топить тоже. 6-6 мы уже отрывали там. Эти я пропущу, потому что мне неинтересны они. Ищем за трассные высокие. Это белые высокие. Сотни цены более в 1000 где-то ищем. Ищем за трассные 1000 где-то. Ищем за трассные 1000. 1000 трассных. Да, 6 мы уже покупали. Нет. Ровно 100 синих, интересно. Ну, ой, ладно, рискну чуть-чуть потрачу. Да там, как всегда, плохое что-то. Так что можешь даже не тратить. С малых монет, кстати, выпадают иногда монетки. Правда, вопрос, будут ли они выпадать. А, помните, выпали. Ну да. Зря потратил. Ну, ничего страшного. Так, ладно, я скачал еще один. Натоплю. Да, блин. Что там? Дубликат. Можно, пожалуйста, мне трассные найти? Я хочу трассные, вот как-нибудь за 1000. О, 56 трассных. Ладно, рискну тоже. Я рискую за мало. Хочу мало монет, потому что там за мало монет дают монет. Мало. Мне однажды 1800 дали таких. Что это? Картинки опять. Скриншот, да. Ой, я могу за 28 серых, это хорошо. За серые я давно не отрывал. За серу? Да, за серу. За серые я давно не отрывал, поэтому давайте откроем. Что же там? Чего сообщение? 147 ониц. Это у нас ониц, я так понимаю, синие, красные. Такие зеленые, золотые. А, серые ониц. Окей, мне. Не вот это. Вам вернули деньги. Служба безопасности Сбербанка. 37 синих. Ой, сейчас я буду мало отрывать монеты. Я трачу синие. Я тупой. Тац. Зато монетки топлю. Тац. И такое опять. Это зеленые, да? А, золотые. Ну ладно. Служба безопасности банка. Прошу вас вернуть деньги. Я там ведь стас потерял. У тебя 201 есть. 21. А, на золотых? Да. Золотых, окей.
Где ты ищут разных? Да блин, кто это? Снимает передачу. Ну блин, опять такие передачи. 25 зеленых, вперед! Так. Вам возвращают деньги от выбора Сбербанка. Сейчас такие 25 зеленых, и там 25, но не зеленых. А, понятно. Пусто! Минус. Это мошенники. Минус 25. Сеть, да. Это реально мошенники. Да что? Да татой вам 4000, не натоплю это. Я не буду это так. 7. А почему бы не один? Убийственное. 7. Блин. 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 Так, окей. Это 15. 56. 65. Вперед. Ну, пожалуйста, монетки. Серый. Белый. 83. 92. А что за рисунки? 101. Это мем. Тогда это алгебра. Ладно. Ненавижу алгебру. А, не, наоборот, люблю алгебру, ненавижу геометрию. А, ну, они так, ты знаешь, то, чтобы одинаковые, ну ладно. Они не одинаковые. Я не два, я сказал, не то, чтобы одинаковые. Даже не то, чтобы они не одинаковые, это раз. Я не буду это топить. Так. Опять же, я не хочу это топить. План 96. Да. 96 золотых. Что же нам упадает? Чё вентилятор падает? Арта для автомата? А, это не артомат, это не арта. Тьфу! Артомат. Я создал артомат, серьезно. Наркомат? Нартомант? Нартоман? Чё? Я нашел за 451 красных! Он подсвечивается! Давай, я тронь его! Что же там? Дурс хотел? 1056 платиновых монет. Дурс хотел? 1000 платиновых монет мне дали. 1000. Дурс хотел? Белых вроде. Дурс хотел? Белых. Дурс хотел? Белых. 1000! Ура! Дурс хотел? Вот, вот эти, вот я тебе хотел. Ничего себе красных. Там та лекция что-то, ладно. Так, столько там было, 86? Не-не-не-не-не. А, передумал. Не хочу я вернуться, не хочу. Да. А, хотел вообще давай за красный отрон там, подожди. 1000 ровно зеленых, офигеть. Обманули. Блин, реально. Так. Если крики, значит обманули. Короче, я понял, отрываем тех, которые подсвечивают. Чё такое? Чё такое? Промазал. Открой его. А, сейчас. Так. Я не буду на это Вот сверху. А, ну да, так. Это я пропустил, знаешь? Это я пропустил. Не получилось. Ну она там была, я пропустил. Ладно, давай let's go. Да, да здесь хорошее, но не пусто. Если пусто, то мы зря потратили. Мы лохи. Мы лохи. Ну. Потратили мало, то есть потратили много, отдали мало. О, 33 белых и там 86 белых. Ладно, надеюсь, она это не подведет. На цену, ребята! Сами Никит. Да опять! Ну, зато. Но в этот раз уже больше. Типа, мы потратили меньше, а нам отдали больше. Но лучше бы за серые и за белых. Потому что мне вообще за них не дают. Вообще, что за дерево там? Падание.
Пара-п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 а. Ну и чё, в трипте, кстати, у меня зарядки 79. Ничего себе, опять разработчик. И сколько? 36 раз. До золотых, до 70. Что ж, вперёд, пусто? Да, окей. Пусто. 22 золотых, 76 белых. Давай откроем. Что же там? 22 золотых. Пусто. Нет. Не всегда, опять монетки. Ну, золотые. Зеленые. Джейд. Зато белые. Мало тут отрываем вот этих наших маленьких. В это. Спрайт и китан. Окей. 37. Ой, что справа стороны еще осталось. Ну там еще поищем, что-то еще было. Там что-то было, еще поищем. Поэтому было. Пусто. Выросла капуста. Опять подсаски. Я не понимаю, для чего подсаски нужны? Там еще 61 простых есть. Вау. У меня просто все монетки есть. Все. Пусто. Так, мы начинаем уже предсказывать. Юн. Это 1892 алмазных. То есть синих. Синих. Если это правда, то... Ну, ты почти был близок. Вот. Ты был близок, нет. Ты был близок. Пусто. Нет. Выросло так. Нет. Там нет, я не буду на это. Нет, там можно было купить. Там можно было купить. Что? Да, надо срочно. Ты пропустил, там можно было купить. Где я пропустил? Ну ладно, потом потом. Ладно, так давай сначала трон. Вот сейчас обязательно. Тысячу. Да ладно, наконец-то новая арена. Да ладно, наконец-то новая арена. Да, впервые арену нам дали. Ты точно? Это в шоу-то сказал? Не, в шоу. Ну, молодец, значит, это нереально. А, вот еще 85. А, еще и золотые. 3 золотых, 85 раз. Мне тут опять битбот создает. Подожди, мы можем... А, нет, пусто. Мы можем открыть. 5 пусто? А, вот. Где 42 таких руби. Руби это тот, понимаешь, красный. Да, это красный. Ну ладно. И 85 красных тот раз. И потом мне дадут золотые, 245 золотых. Вау. Столь ты уже отрыл пустые. О, 86 белых. Это нити, столь ты отрыл пустые. Я не считал. Вот ты молодец. Вот и не считай. Ладно, отрыл. Попробую, не обещаю. Я отрывал его, но что-то это что-то заклинило. Ну, блин. Точно ли ты мне не собрал? Что такое? Пролезли тебе? Она открыта. Но в том же случае и закрыта, да? О, 78... А, мне не хватит. Ладно. Офигеть. В том же случае и право закрыто. 16 белых. Это... Хе-ха. Чё ты зубы свои ломаешь, да? А-а. Ах, это больно. Не, не зубы. 64... Только не нажимай. 64 белых. О, сейчас нажму. Ну, зато попробовал. Бедный зуб. Не, не зубы. Стоп ведь. Я понял. Вкусно. Я сейчас потратил белые, мне дали белые. Ну, вернул. Это я в танк. Так же было мне. 63 серых. Давай, открой. Фу, там все плохо.
Я же сказал, там все плохо. За. Я же сказал, там все плохо, прав. Потому что там долго открывать, уже понятно, что... Серые. Ладно, 106 золотых, вперед. Не советую, там опять скин какой-нибудь. ЗБ. Отрываем ЗБ, ребят. А че я заболел? ЧП. ЗБ я заболел. Спайдер Арена. О, Спайдермен. Нам подозвали Спайдерменом. 218 белых. Господи, мы сейчас последнюю страницу все отправим. И ответ пустой. Да. Нет. А. Опять спарает на персонажа Фрост. Нет, не сюда. Не хватает. Не хватает, хватает. Хватает. А там уже не хватает таца. Ну и. Тяпа-тяпа-няма-няма. Опять арты. Да мне надоели эти арты, ужасные. Ну и тяпа-тяпа-няма-няма. Не буду синие отрывать, я их топлю. Окей, летс го. Окей, летс го. СМР, ребята. Сапфировые. Бой. О, мне дали синие. Тац. У меня это опять эти начинает кошмар полный. Нет. 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 Нет, нет. Не-не-нет. Да-да-да-да-да. Не-не-не-не-нет. Типа ты говоришь «Да!» Я говорю «Нет». Опять арты. Арты, арты. О, вот и ботик. Сейчас 8 раз. Вперёд, let's go. Я пил сок так бы. Я вот подавился вот так. Ну, поперхнулся бы, сок бы тебя заел. Ничего страшного. Опять подстас. Ну что подстас? Хватит, хватит, что да. Все, место, место, занято, место, занято. Место, место. Блин, у меня уже из носа сок потёт. Сок потёт из носа, блядь. У меня один раз вот такой же вот сок. Я, значит, с другом пил, и я решил допить. Вверх? Вот так вот на меня нажимает он на меня, на бутылку, пока я пью. У меня сквозь нос весь сок прошел. То есть он не сквозь горло, я даже не поперхнулся. Меня просто, я даже после этого чуял некоторое время вкус, точнее, запах сока. Я просто шел такой, чисто так... Да, не очень. Ну вот и я тоже у меня был. Сейчас, значит. Стоп! Чё? Ничего же Соника взял. Топ 10 с худших Mortal Kombat'ов субтитров. Топ 10 Mortal Kombat'ов субтитров. Это нам только что показали первый мем в этой игре. Поклопаем в игре. Да ты хав... Нет, ты ж... Ты... У меня еще руки есть. Вниз, вниз! А, ЧП! Еще монета на серые, на серые. Да? Это что? Да, это мой зуб. Ничего себе формула появилась у нас, ребят. Да! Блин, у меня язык сломался. Смотри, как надо. Никит, мне я из-за тебя подавился. Бывает, бывает. А где слова? Что? Что?
Что? Я как-то впервые сказал мое имя. Что? 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 Его кожа? Это тончи. Текстура лица. Я там подается, я думаю. Подожди, а это что, яйцо? А это что? Вон глаз, это понятно. А это? Веки. А это красный шарик. Вот его надлобная монетка. Тора, ну врачу больше. Да, ребята, думаю, на этом все, пожалуй. Всем подписывайтесь на канал, всем удачи, всем пота-пота. А я пошел сейчас стачивать новые друзья здесь.